Стройки коммунизма, хроника исторических событий, деревянная скульптура. Выставка произведений Александра Реутова открылась в Дальневосточном художественном музее. Автору 88 лет. Работает он в редком направлении искусства – примитивизм. Выставку назвали «Уникум из Амурска». Репортаж Ульяны Крамаренко. С этой картины, которую поместили в центр музейной экспозиции, полвека назад началось признание Александра Реутова как художника. Портрет бригады строителей изначально получил волну критики. И только высокая оценка известного искусствоведа решила судьбу произведения. С новым названием «Зеленая» работу отправили в Москву на ВДНХ. Искусствовед увидела эту картину Валентина Гавриловна Старикова. То есть ее не хотели отправлять, а Валентина Гавриловна сказала, что эта картина единственная достойная. Александр Реутов – самоучка, работает в стиле примитивизма. Направление искусства – редкое для Дальнего Востока. Его картины – это эмоциональный выплеск на события, что происходили вокруг. Автору довелось поработать и в шахте, и на стройках страны. В 1967 году Александр Реутов приехал в числе первых строить Амурск. Первостроителям города посвятил целую серию работ. Работал на самых простых работах – землекопом, плотником, бетонщиком. Особенно корабли меня волновали. И отсюда я начал рисовать пароходы и корабли. В Амурске Александр Реутов прожил большую часть жизни. Организовал в городе краеведческий музей, стал автором двух памятников. Художник, заслуженный работник культуры России и почетный житель своего города. Выставку в Дальневосточном художественном назвали «Уникум из Амурска». Художников такого цельного таланта, который, помимо всего прочего, может заниматься и живописью, и скульптурой, и графикой, писать стихи, декламировать стихи. Это просто удивительная редкость, такой человек. Это бриллиант, настоящий бриллиант Хабаровской земли. Реализовать творческие замыслы Александру Реутову помогает компания «Полиметалл», которая уже более 15 лет работает в Амурске. При содействии компании организована и персональная выставка художника. Александру Андреевичу в этом году 88 лет. Вот недавно мы отпраздновали его день рождения. И мне кажется, что это лучший подарок, который может быть. Услышать слова признания на таком уровне, признание на уровне краевого музея. В последнее время в произведениях Александра Реутова появилось больше лирики. Теперь он пишет не героев труда, а цветы. Выставку «Уникум из Амурска» покажут также в родном городе художника и Комсомольске на Амуре. Ульяна Крамаренко, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».